Украинские чиновники будут теперь под пожизненным финансовым мониторингом. Все руки ничего не крали. Верховная Рада приняла во втором чтении изменения в закон Украины о предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения по отношению политически значимых лиц. Подпись здесь и подпись здесь. Подпись здесь и подпись. Именно этот закон является одним из ключевых шагов в начале вступления в Европейский Союз. Главное новшество – при определении статуса публичного деятеля не будут устанавливать промежуток времени, по истечению которого лицо должно быть автоматически лишено такого статуса. Поэтому в дальнейшем политики будут под финмониторингом практически неограниченное время. Нормы принятого закона, кроме отмены трехлетнего ограничения для статуса публичного деятеля, предусматривают применение риск-ориентированного подхода при применении объема и продолжительности мер финансового мониторинга, которые необходимо принимать в отношении таких деятелей. Глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил: «В целом, наверное, самый сложный закон, который есть на этой сессии парламента, это закон о пожизненном статусе публично значимых лиц, так называемых РЭРов. Мы все понимаем, что, принимая этот закон, ограничиваем самих себя в тех или иных финансовых операциях и обременяем дополнительным финмониторингом фактически пожизненно. Теперь все эти чиновники даже после освобождения от должности будут в поле зрения финпроверок».